Избирательная комиссия Рязанской области подвела официальные итоги голосования по поправкам к Конституции Российской Федерации и подписала окончательный протокол. Согласно данным избирательных пунктов, свой голос оставить перешли 70,35% жителей региона. Число голосов участников голосования, подданных по позиции «да», составляет 499 716 человек. В процентах это составляет 78,81%. По городу Рязани, соответственно, 75,8%. Число голосов участников голосования, поданных за позицию «нет», составляет 129 104 человека. В процентном соотношении это 20,36. Если выделить город Рязань, то в городе Рязани это 23,2%. Наибольший процент явки, более 81%, наблюдался в Михайловском, Скопинском, Александро-Невском, Клепиковском, Сараевском районах и городе Сасово. В день голосования в наш адрес поступило 4 обращения. В том числе 3 из них поступило из Центральной избирательной комиссии. То есть обращения были переадресованы нам. Одна из жалоб была от избирателя на то, что он отсутствовал в списках. По всем обращениям были проведены проверки, заявителям даны ответы. Избирателю было предоставлено право на голосование. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».